Итальянский легкий истребитель М-346Фа Fighter Attack компании Леонардо, разработанный на базе учебного самолета М-346, совершил первый полет в 2020 году. Оба самолета характеризуются высокой степенью унификации, в том числе имеют одинаковые тактико-технические характеристики и двигатели. При этом М-346Фа оснащается специальным бортовым радиоэлектронным оборудованием и имеет измененную конструкцию планера для эффективного поражения воздушных и наземных целей. На истребителе также осталась система дозаправки в воздухе и бортовое радиоэлектронное оборудование. Самолет оснащен многорежимным радаром «Грифа Сафар», системой радиоэлектронной борьбы, разведывательным модулем, а также 7 точками для установки вооружений. 2 на законцовках крыла, по 2 под левой и правой консолями крыла и 1 под фюзеляжем. Заявленная масса вооружения – 2 тонны. Учебно-тренировочный самолет М-346 проектировался российским ООО «Опытно-конструкторское бюро Яковлева» совместно с итальянской компанией L-линия Ирмакчи. Из-за разногласий между партнерами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолета – планер. После этого обе компании выпустили собственные модели М-346 L-линия Ирмакчи и Як-130 УКБ имени Яковлева. Первый полет М-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше. М-346Фа обладает качествами, присущими самолетам 4 и 5 поколений. Усовершенствованный вариант самолета применяется для обучения летчиков полетам на истребителях F-16 и F-35. У Леонардо есть потенциальные заказчики из Африки и Юго-Восточной Азии, а также есть покупатель, информацию о котором нельзя раскрывать. Видеоматериалы, опубликованные государственными СМИ Туркменистана в августе 2021 года, указывают на то, что М-346Фа находится на вооружении туркменских ВВС. В частности, на видео были показаны учебные полеты двух самолетов данного типа, оснащенных 4 ракетами класса «Воздух», воздух малой дальности и подвесными топливными баками.